Игорь Петренко, доктор политических наук, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина», присоединяется к эфиру телеканала «Freedom». Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Рады вас видеть. Здравствуйте, приветствую вас. Ну, собственно, да, показали такую историю нашей аудитории о том, как россияне крадут детей. Для того, чтобы можно было эти преступления остановить, нужно закончить войну. И закончить ее нужно на справедливых условиях выведения российских войск с территории Украины. Именно это обещает лоббировать Джон Кирби. Я напомню, он является координатором по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности в Соединенных Штатах Америки. Что он, собственно, говорит? Что будет продвигать формулу мира президента Украины Владимира Зеленского на международном уровне. А расскажите, пожалуйста, какие события и какие площадки это будут? И, собственно, насколько важным и эффективным может быть подобное лобби для нас? Ну, это очень важное заявление. Смотрите, в принципе, вот весь прошлый год мы старались выиграть конкуренцию между разными предложениями в контексте того, каким должен быть мир в Украине и какие пути могут к этому привести. То есть мы имели китайский план, обговаривали, да, мы имели много заявлений там, итальянских политиков, ну, в России мы здесь еще, скажем, не берем. Было много разных заявлений, вот, и, скажем, вариантов были предложения в контексте обмен территории на вступление в НАТО и много-много других, скажем, предложений. И сегодня мы фактически имеем то, что формула мира президента Зеленского, она является безальтернативной. То есть это то, что принимают наши партнеры, это то, что мы презентовали для G7, и они, скажем, взяли себе это на вооружение. То есть именно в таком формате, в формате как раз стремления к справедливости, миру, мы будем двигаться. И здесь важно, что мы будем иметь поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки, поскольку Кирби рассказал, что США не будут продвигать и помогать. Это означает широкую плеяду разных институций, организаций и площадок. То есть это в рамках G7, это в рамках разнообразных региональных конференций, собраний, организаций, составляющей частью которых является Соединенные Штаты Америки. Это даже ООН, хотя там специфический момент, который состоит в том, что Россия имеет, скажем, право вето, но понимать, маркировать и так далее. И также мы знаем, что очень многие страны, они смотрятся с оглядкой на Соединенные Штаты Америки. То есть если США делают определенный шаг, всем остальным это сигнал, что нужно делать так же. Это много раз мы были свидетелями в контексте предоставления Украины вооружения и так далее. Вот. Поэтому это важно, важно с точки зрения, скажем, сигнала. А вот насколько США действительно будут здесь активными и каким именно образом это все будет происходить, ну, я думаю, что мы сможем посмотреть в ближайшее время. Но очень важно, что США, они принимают позицию Украины, они согласны с тем, что формула мира президента Зеленского, она является самой оптимальной в той ситуации, которую мы имеем на сегодняшний день. Игорь, как вы считаете, вот эти заявления Трампа о том, что не нужно сейчас помогать Украине, нужно решить вопрос, а потом помочь, а потом, может быть, как-то по-другому помочь. То есть риторика очень разная, но никто не говорит «нет» окончательно. Это политическая игра, нужно подождать, либо же это какая-то комплексная история, когда сейчас мы говорим о формуле мира, и потом дальше мы понимаем, что поддержка Штатов все равно будет, только непонятно в каком объеме и при каком президенте. Ну, пока выборы еще не прошли. Смотрите, сейчас Трамп, он говорит не как президент Соединенных Штатов Америки, он говорит как политик, который находится в выборах. То есть ему важно играть на свой электорат, для его электората важен это вопрос южной границы. Но мы сейчас видим, что происходит в Соединенных Штатах Америки, мы видим Техас, да, и фактически эту конфликтную ситуацию, да, между национальной властью, центральной, да, и властью штата. Вот, поэтому Трамп, он сейчас играет на своих избирателей, на их консолидацию, и поэтому делает соответствующие заявления. То есть, придя к власти, Трамп может действовать по-другому, если вдруг он, скажем, придет. Но мы должны понимать, что выборы в Соединенных Штатах Америки — это всегда очень конфликтная ситуация.
И кандидаты, они особо ни с чем не считаются, да, с тем, чтобы прийти к власти и выиграть выборы. Ну вот, поэтому мы имеем заявления разные со стороны Трампа. И то, что поможем Украине, но позже. И то, что у него есть там план, который там буквально за там пару дней прекратит войну. Хотя, когда президент Зеленский апеллирует к нему, что ну, поделитесь, приедете в Украину, он отказывается это делать. Вот, поэтому... Я бы сейчас не, ну, скажем, не воспринимал остро все те заявления, которые делает Трамп, поскольку, опять же, его действия, они именно продиктованы особенностью электорального цикла, в котором сейчас находится. А плюс еще к этому добавьте криминальное уголовное производство в отношении Трампа. Плюс к этому добавьте еще то, что есть внутренний раскол у избирателей республиканцев. То есть там есть целые движения в республиканском крыле, которые ставят себе целью не допустить Трампа к власти. Поэтому для него это все сложная ситуация. И поэтому, ну и плюс он еще такой человек, он достаточно эпатажный. Он достаточно популистический, вот, поэтому и таким образом, скажем, он себя сейчас и ведет. Поэтому более спокойно нужно относиться к тем заявлениям, которые делает Трамп. Ну да, напомню нашей аудитории, что именно в 2018 году при Трампе первая партия противотанковых ракет «Джевелин» была передана Украине. Это такой, да... Все верно. Интересный аргумент. Но, Игорь, спрошу вас тогда иначе. Вот раз вы говорите, что да, за риторикой Трампа нужно следить очень такой через сильное сито как раз предвыборной кампании, может говорить одно, думать другое, делать третье по итогу. А как планирует Россия и Путин вот эти варианты возможного прихода Трампа к власти? Они думают, что все будет действительно прекрасно, помощь Украине прекратится, или они тоже понимают, что Трамп может сейчас перед выборами говорить одно, а делать абсолютно другое? Вот расскажите об этом. Смотрите, здесь интересно. Ситуация, есть определенная детская наивность со стороны Российской Федерации в их высказываниях о том, что вот Трамп придет и, скажем, все будет хорошо у Российской Федерации и в шоколаде. Это не совсем так. Есть определенные рациональные вещи, на которые они делают ставку. Да? Допустим, Трамп, он изоляционист. Трамп, он больше склонен к тому, чтобы сосредотачиваться на внутренних проблемах в своей стране, скажем, нежели делать ставку на внешнюю там, политику, вкладывать значительные средства в том, чтобы продвигать там, демократию, создавать союзников и противостоять там, Китаю, Ирану, России и так далее. Поэтому им это выгодно, конечно. То есть, если Байден... Он делает ставку на том, что там, демократические страны должны объединиться, в том, что авторитарные государства, такие как там, Россия, Китай, Иран, они составляют угрозу, да, то, что они ревизионисты, то есть они хотят пересмотреть, скажем, мировой порядок и уничтожить, скажем, да, тот, который есть на сегодняшний день, поэтому все должны выступать единым таким фронтом. То Трампу это кажется не самым главным. То есть его главное это внутренняя политика, благополучие американцев и так далее. Плюс еще один момент – это то, допустим, отношение Трампа к НАТО. То есть если Российская Федерация она воспринимает НАТО как свою экзистенциональную такую угрозу, хотя, опять же, это исключительно пропагандистский нарратив, поскольку НАТО – это все-таки оборонный союз, вот, то Трамп он скептически относится к НАТО. Вы помните, да, что, в принципе, он был, как даже пишут в его там, мемуарах или книжках о нем, за шаг до того, чтобы вообще выйти из НАТО. Он был тем, кто активно пытался надавить на союзников НАТО в том, чтобы они делали соответствующие выплаты, ну и так далее. Вот. Поэтому в этом плане, конечно же, есть вопросы, и здесь есть такой расчет, скажем, россиян. Но мне кажется, что это тоже все преувеличение, поскольку кроме тех заявлений Трампа, которые есть на сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки, еще есть такой феномен, как Deep State. Да? То есть это глубинное государство,
которая осознает национальные интересы Соединенных Штатов Америки, которая жиздится на таком принципе, как то, что безопасность США начинается с безопасности его союзников, которая жиздится на том, что то, что те бенефиты экономические, которые имеют на сегодняшний день США, это в том числе из-за того подхода во внешней политике, который они реализуют, и то, который вроде как не очень нравится Трампу, ну и так далее. Поэтому здесь абсолютно не все так просто. То есть, да, есть определенные моменты с социальной точки зрения, которые говорят России о том, что Трамп лучше, но вы, опять же, хороший пример привели. Это поставки джевелинов, а это еще и санкции против Северного потока 2, которые были внесены именно Трампом, и который чуть не отменил Байден. Вот, поэтому здесь точно не все так однозначно, как любят говорить россияне. И мне кажется, что ставка россиян на то, что когда, если вдруг да, Трамп станет президентом, то они получат какую-то более лучшую позицию, мне кажется, что это не совсем оправданно. Игорь, давайте перенесемся теперь в Европу и поговорим о том, как меняются отношения у Киева с лидерами государств, которые, скажем так, мягко были настроены больше пророссийски. Вот тот же Фицо, да, он приехал и сказал, да, он не был в Киеве, это был момент интересный, но он сказал, что поддержка, да, они не против, чтобы покупали оружие. И оказалось, что не так уж страшен черт, как нам его малюют. А вот теперь мы ждем встречу между Кулебой и Сиярто. Как вы считаете, будет ли смягчение отношений, будет ли Киев с Будапештом более в добрых и партнерских отношениях, чем это было до этого? Потому что ну, заявления Орбана в последнее время они откровенно шокировали, и там даже Европа уже собирается какие-то инструменты более серьезные подключать для того, чтобы Венгрию угомонить. Как вы видите эту встречу, что она даст, и действительно будет ли смягчение в этих отношениях? Ключ влияния на Венгрию и Словакию, он все-таки не в Украине находится, находится в Европейском Союзе. И мы, в принципе, это видели. Так, как только зашла тема того, что говорить конкретно о применении статьи 7, которая говорит о том, чтобы ограничить право голоса той страны, которая там нарушает основоположные принципы Европейского Союза, то Венгрия она начала менять свою позицию. И поэтому именно там находятся те рычаги, кнутые пряники, которые могут помогать корректировать позицию Орбана и Венгрии. Орбан находится в той ситуации, когда ему выгодно, скажем, проводить определенные компании, да, в отношении Европейского Союза и пытаться выторговать для себя лучшее, но он критически зависим от Европейского Союза, раз. А второе, это то, что он, его Венгрии сами, они не хотят выходить из Европейского Союза, это их принципиальная, скажем, позиция. Вот поэтому он пытается, так скажем, играть. Что касается, скажем, Фица, там тоже они, скажем, Венгрия создает плохой прецедент, на который та же Словакия, она может пытаться сыграть. Фица тоже пытается получить от всех и от Европейского Союза, и то, что может быть там от России. И так далее. Но опять же, чем будет жесткая принципиальная позиция самого Европейского Союза, тем меньше подобных заявлений мы будем слышать от Венгрии и Словакии. Со своей стороны, Украина должна демонстрировать максимально конструктивный подход, поэтому эти встречи я приветствую их. И Шмыгаля с Фицо, и с Кулебы с Сиярто, которая будет происходить, поскольку мы показываем нашим партнерам европейским, что мы готовы разговаривать, несмотря на ту критику, несмотря на то, что там заявляют другие страны, то, что нам не сильно лицеприятно, но мы готовы говорить, мы готовы идти на определенные уступки, тем более в Венгрии мы уже это не раз делали, но, как видим, по тем заявлениям, которые были, вот закон про нас меньшим. Ну, Венгрия ставила, сначала говорила одно, потом, когда это мы сделали, начали говорить, что нет, это, скажем, и так было очевидно и нужно, а вот для нас принципиально это какой-то другой вопрос. То есть очевидно, что для них это просто инструмент. Инструменты влияния на Европейский Союз и получения для себя выгоды, и вот и все. Поэтому в вопросе позиции Фицо и Орбана здесь важен это как раз позиция самого Европейского Союза и то, насколько он готов быть жесткий в отношении тех политиков, которые пытаются внести раскол и раздор в единую позицию Европейского Союза.
Вот по поводу раздора и раскола, не можем не вспомнить то, что недавно появилось в интернете. Цитата одного из деятелей ультраправой румынской партии, Клаудиу Тарзиу, его зовут, или Тарзиу, ну, честно говоря, не принципиально. Важно, что он говорит. Значит, на одном из собраний он сказал, что мы готовы пожертвовать членством Румынии в НАТО для того, чтобы аннексировать территорию Украины. Да, это там было сказано в каком-то контексте, но тем не менее. Скажите, на это стоит вообще обращать внимание, или это, ну, какой-то, да, действительно попытка заигрывать с электоратом, меньшинство, они получают на выборах, и все, и нам не стоит даже эту историю как-то углубляться? Или мы должны работать и с подобными персонажами на различных уровнях? Должны работать обязательно. Смотрите, вот позиции там правых, позиции маргинала и так далее. Ну, скажем, политика штука такая, которая может достаточно, скажем, меняться то в одну, то в другую сторону. Поэтому здесь ситуация, когда мы должны держать все это на контроле. И любые заявления, каких бы там политиков маргинальных они бы нам ни казались, пометуя то, что эти политики могут потом стать в мейнстриме политического какого-то определенного цикла. Да. Помните, как тоже альтернатива для Германии. Да? Долгое время они считались маргиналами. Ну, сейчас у них опять происходит откат, но вот до последнего времени они начинали набирать, скажем, серьезный оборот. И сейчас даже проходят протесты по поводу тех там заявлений, которые они делают. Вот. Или Мари Ле Пен тоже можно вспомнить. И помню, какое место она заняла на выборах президента. Поэтому все любые эти заявления, мы должны на них реагировать, мы должны доносить свою определенную позицию, объяснять, что, почему, как и где. Очень часто подобные заявления, они делаются не столько в том, под российским влиянием, российской пропагандой, или, точнее, не так, да, что в прямую угоду там, Кремлю, а это как раз вопрос определенного там, незнания и невидения всей той перспективы, которая есть, и к чему могут привести такие вещи, когда мы идем на уступки агрессору, и в конечном итоге к чему это может привести. Вот. Поэтому нам здесь нужно быть всегда очень внимательными и всегда доносить, пытаться свою позицию, работать абсолютно со всеми политиками в разных странах. Поскольку, даже, смотрите, вот конфедерация в Польше, тоже яркий пример. У них были антиукраинские заявления и так далее. Но несмотря на то, что они проиграли выборы, ну, точнее, не набрали столько, сколько они хотели, но они были главной движущей силой организации протестов на границе и блокировки границы. Вот. Поэтому это тоже яркий пример того, что нам нужно пытаться отрабатывать все эти подобные заявления и выходить на контакт с разными политическими силами, какие бы там заявления антиукраинские они не делали. Да, тяжелая история для дипломатии, но именно для этого она и существует. Спасибо вам за участие в эфире. Игорь Петренко, доктор политических наук, спасибо, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина», был в эфире телеканала Freedom. Спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.